керамика, живопись, графика и фарфор – все эти, казалось бы, несовместимые жанры художественного искусства создает один человек – Валерий Кузнецов. В частной галерее открылась выставка «Свет», где каждый экспонат раскрывает историю одного героя придуманного мира. На своей выставке я впервые показываю свои опыты в работе с светом, которую самонадеянно называю живописью. Пока еще только разгоняюсь. Хотя я занимаюсь вообще-то керамикой, последнее время много занимаюсь еще и фарфором, и графикой. Поле, в общем-то, художественных таких предпочтение у меня довольно широкое. Работы Валерия Кузнецова легко можно отличить от других. На его картинах существуют люди с загадочными полуулыбками, большими глазами и подбородками. А еще художник часто совмещает анфас и профиль человека в одном изображении. Вообще, когда меня спрашивают, а кто они, эти персонажи, я сразу говорю, что это не люди. Это не те люди, которые живут среди нас. Это тот придуманный мною мир. На самом деле персонажей огромное количество. Это даже уже не город, это целая страна. Посмотрите на лик этого короля. Этот лик получился благородным, самодостаточным, соразмерным. Очень много эпитетов можно сказать, но дался он мне с большим трудом. Это, наверное, 10-й или 11-й или 12-й вариант. Какой он только не был. Однажды он был очень глупым, потом очень смешным, потом каким-то безмятежным. Но не было той чистоты, какого-то очарования полетом. Вот здесь получилось очарование полетом. Мне это удалось. Это живопись для людей экстравагантных, неординарных. Вы выходите на улицу и прям видите какого-то яркого человека. Вот это живопись для таких. Она заставляет и задумываться, она заставляет рассматривать много интересных деталей в картинах Валерия. Это очень интересно расставлены акценты цветовые. Она для людей неординарных. Познакомиться с королем и другими героями фантастического мира посетители галереи смогут до 16 июня.